Мне кажется, что вместе со мной восстанавливается и сам Детройт. В 2010-м Маршалл впервые за 7 лет вернулся на сцену. Может, даже за 8 лет. Большое спасибо за вашу поддержку. Я вас очень люблю. До скорой встречи. Всем мир. Наша группа — это чистый эксперимент. Мы все хотим помочь ему сильнее раскрыться на сцене. Вы не представляете, какой это невероятный опыт. Сколько энергии. Он крутой босс, он знает, что хочет в плане музыки. А моя задача — это передать этот настрой музыкантам. Итак, в So Bad начинай с припева, а дальше уже как обычно, окей? Хорошо. Так, ладно, все по местам. Приступаем. Выступать с группой вживую — это круто. Намного лучше, чем было раньше. Это совсем другой уровень. Хорошая работа, парни. Всем спокойной ночи.
Спокойной ночи, Маршал. Это лишь начало турне. Первое выступление. Пробник, если так можно выразиться. Мы работаем на лучшего артиста в индустрии, который на сцене творит чудеса, настоящую магию. В общем, даешь еще больше хитов. Люди даже не представляют, сколько усилий мы вкладываем в репетицию. Ведь когда ты пытаешься сделать что-то идеально, то сильно из-за этого паришься. Мы хотим, чтобы люди, пришедшие на наш концерт, получали удовольствие. Даже если мы что-то и упустили, то публика этого не заметит. Уровень стал намного выше, и мы не собираемся на этом останавливаться. Большое спасибо за вашу поддержку. Я вас очень люблю. До скорой встречи, всем мир. На самом деле, очень странно сейчас выступать на сцене без пруфа. Йо-йоу, я готов, погнали! Все начнется прямо здесь и сейчас. Он бы хотел, чтобы я продолжил работать. Пруф не хотел бы, чтобы я перестал выступать. Этим шоу я хочу почтить его память. Это большая ответственность. Никто не способен заменить Пруфа. Можно попытаться быть хотя бы наполовину настолько крутым, как он. И то навряд ли. Для меня это большая честь стать его заменой. Вот поэтому я хочу выложиться на 100%. А сейчас я хочу, чтобы вы все нам помогли. Хочу, чтобы вы все спели с настоящим артистом. Хочу, чтобы вы все дружно спели с Пруфом. Если вы знаете слова, то подпевайте. They say the league is hot, but the poop is hot. When some sold out arenas to the music hall, I'm gonna let the world know that poop is hot. I should cut his mic off when the music starts. Yeah. This is how we do it. Hey, we do it. That's how we do it. Friday morning, I got the hand on night. You're feeling all right. If I thought that blonde was side. На сцене мы просто веселимся. Если мы где-то налажали, то не обращаем на это внимания, просто поем дальше. Обсуждаем же все это позже. Мы все это запоминаем и учитываем. Не забудь пропеть. Руки выше, руки выше, руки выше, руки выше. То есть повторяем эту фразу 4 раза? Да, повторяем ее 4 раза. Окей, понял. Мне становится все комфортнее с Эминемом на сцене. Для меня комфорт — это вписаться в условия. Я знаю, что он резко вернулся на сцену. Ему было непросто вернуться к выступлениям. Если я чувствую, что лажаю, то он мне помогает, так же, как и я помогаю ему. Мы отлично чувствуем друг друга на сцене, и мне кажется, это самое главное. Пожалуйста, садитесь, пропустите автобус. Смотрите, чем я занимаюсь в свободное время. Это шахматы, чувак. Это интеллектуальная игра. Тут надо думать. Интеллектуальная или гомосексуальная? Эминем не очень любит такое. Да, для меня все это в диковинку. Может быть, купишь себе Happy Meal? Свободная касса, проходите. А теперь пора бы и перекусить. Прямо как дома. Тут никогда ничего не меняется. Опять Макдональдс. Пытаемся вписаться в бюджет. Как говорят, день прошел, в кармане доллар. Каждый день та же херня. Главное, до туалета бы потом добежать.
На самом деле он ничего не слушает. А тут такие биты. Я не могу найти дырку в ремне. Так сделай новую. Да, но здесь их две. Надо найти нужную. Народ, это часть шоу-биза. Итак, прямо сейчас мы... В Альбукерке? Штат Нью-Мексико, да? Итак, прямо сейчас мы... В Дублине, Ирландия. Перед тем, как произнести эту фразу на камеру, я репетировал ее, наверное, около 10 часов. Итак, в общем, мы в Дублине, Ирландия. Тут, наверное, все уже в стельку пьяные. От этого толпа только лучше. А вообще пофигу. Эй, Пол, как дела? Я Маршал, и прямо сейчас мы замутим офигительное шоу прямо для тебя. Для меня? Как же классно! Да, все для тебя, любимого. Пока все идет отлично. Это уже третье шоу в нашем турне. Точнее, это не совсем турне, ведь в нем всего-навсего три шоу. И каждое шоу получалось все лучше и лучше. Мы хотели приехать сюда еще в 2005, но по некоторым причинам отменили сюда визит. Так что думаю, сейчас самое время, чтобы извиниться перед ирландцами. Пока все идет так, как и должно. Первый вечер были кое-какие проблемки, но мы их вовремя разрулили. Надеюсь, что сегодня все пройдет как по маслу. Ощущение, будто во мне куча новой энергии. Толпа заведена. Их безумный настрой заводит меня. Их воодушевление передается и мне. Рекавери, наверное, лучшее, что со мной случалось. Мой мозг начал работать шустрее, я стал думать быстрее, мои мысли стали точнее. Мне кажется, что теперь я могу делать по-другому привычные мне вещи. Я словно новый человек. Я четко вижу, что и что, я легко все запоминаю. Я понял, что не хочу жить так, как жил раньше. Все присутствующие фанаты Эминема, хочу сказать вам спасибо за вашу поддержку. За то, что вы не поставили на мне крест. Я люблю вас. Без вас бы я не справился. Эта песня для вас. Without a doubt, and all those who look down on me, I'm tearing down your balcony. No one fans above to try to.